Елабужский институт Казанского федерального университета отметил круглую дату в своей истории. Ровно 100 лет назад, в 1918 году, в стенах института прошел съезд, положивший начало государственности удмуртского народа. А уже в наше время, 18 мая, здесь состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, приуроченная к этому событию. Участниками мероприятия стали около 300 человек. Все они – потомки организаторов первого съезда, государственные деятели, известные ученые. Прошло 100 лет, но не все вопросы решены. Или мы их сегодня ставим уже на другом витке исторического развития. Но вопросы сохранения языка, культуры, традиций, права нации на самоопределение – это все стоит и в современных реалиях. После пленарного заседания работу конференции продолжили 6 секций, на которых обсуждались вопросы сохранения, развития, дальнейшего изучения и использования историко-культурного наследия удмуртского этноса. Олег Ашин, Ильшат Ахмадиев, Айдар Салихов, Универньюз.